Сегодня в столичной школе номер 7 подрались двое учеников младших классов. В результате инцидента один из детей получил ушиб шеи. Конфликт произошел на первом этаже. Почему не удалось сразу остановить драку, не уточняется. Хотя, как положено, в фойе учреждения находятся позиции охраны и дежурного администратора. Вот что нашему каналу сообщили в школе о принятых мерах. Сообщили сразу инспектору по делам несовершеннолетних. На всякий случай, потому что, ну, сами понимаете, время сейчас, закон нужно соблюдать. Мы все органы предупредили и повезли мальчика в медцентр. Я, естественно, как классный руководитель присутствовал, чтобы засвидетельствовать. С нами также мама присутствовала, она тоже с нами в медцентре находилась. Мальчика осмотрели, на всякий случай мы попросили сделать рентген, сдали все анализы, анализы крови. Мальчик полностью здоров, даже никаких этих, ничего нету, кроме ушиба шеи, и все. То есть никаких даже синяков даже нету. Другим новостям.